Президент Сирии Башар Асад высказал намерение посетить Республику Крым и Севастополь. Об этом он заявил на встрече с российской делегацией в Дамаске, пишет российская газета в четверг. Подробности встречи сообщил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик. Парламентарий напомнил, что ранее дети сирийского лидера отдыхали в Артеке, а теперь он сам выразил желание побывать на полуострове. Белик подчеркнул, что предстоящий визит Башара Асада в Севастополь и Крым может совпасть с празднованием пятилетия русской весны. Депутат Госдумы поблагодарил сирийского президента и народ Арабской Республики за поддержку итогов референдума о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией и их признание частью Российской Федерации. Кроме того, по словам Белика, Асад также поддержал предложение проработать развитие грузоперевозок между южными российскими регионами и провинциями Сирии и наладить пассажирское сообщение между Севастополем и арабской страной. Напомним, что делегация Российской Федерации прибыла в Дамаск в понедельник, 14 января. В рамках визита было подписано соглашение между Севастополем и Тартусом о развитии внешнеэкономических связей в торговой, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. Подписи под документом поставили губернаторы Дмитрий Овсянников и Сафуан Абу Саада.